Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить колду. Блять, очень интересная игра, очень интересная. И иногда бесящая. Из-за того, что она не оптимизированная. Ну, слегка так, ботами именно. Чтобы боты стоят тупо. Хотя, может, это фишка, хуй знает. Вот, поэтому сажусь поудобнее. Пледик обязательно, да, вот, это потому что наши традиции. Кофеек, чаек, покушать что угодно, как вам. Садитесь или ляжьте, как, вот займите удобную для вас позу. Приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Расчетное время прибытия вертолета полчаса, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Или то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать. В прошлой серии, кстати, мы нашли этого Аль-Асада, вот, и... остановились вот на этом моменте. Поиграли чуть-чуть за капитана Прайса, как раз таки в его прошлом. И остановились вот на этом моменте. Жара. Контратака неизбежна. Рассредоточиться и перекрыть подход с юга. Сэр, они медленно поднимаются по холму. Жду вашего сигнала. Мы знаем, что вы скрываетесь в деревне. Вы окружены. Бежать вам некуда. Сдавайтесь и вас пощадят. Отличный выстрел, дружище. Цель уничтожена. Готов. Вы видели? Прощай. Цель уничтожена. Бля, подождите, что нам делать-то? Цель уничтожена. Они устроили дымовую завесу. Мак, ты что-нибудь видишь? На дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Они наводят сюда минометы. Пора уходить. Так, Соу, давай к минигану и прикрой западный фланг. Пошел! Второй, отступаю. Третий, выдвигаюсь. Докладывает третий, второй в крайне восточном здании. Восточная дорога перекрыта. Блять, охуенно. Где миниган тэд? Прощай. Су! Давай к минигану! Живо! Где он? Он установлен на разбившемся вертолете! Цель уничтожена. Готов. О. Цель
уничтожена. Поехали, блядь. Ебать, тут мясо просто. Шо, где я? У нас проблема. Всем быть начеку. Черт побери, много ли здесь вертолетов, а? Сул! Возвращайся в парк! И активируйте коляды! Да, давай, давай, отступать. Блять! Соу, активируй детонаторы! 4 детонатора в баре, живее! Кинь нахуй детонатора, блять. Детонатор расположен на втором этаже бара. Сверься с компасом и выдвигайся. Мы постараемся их задержать. Приближаются вражеские танки. Зараза, я ранен! Маг в беде! Суд! Отправляйся в амбар на северном краю деревни и останови танки! В амбаре найдешь джавелин! Возвращаемся на ферму у подножья холма. Уходим живее! Назад! Блядь! Джавелин в амбаре! Шевелись! Шевелись! В амбаре, вот в этом. Ебать, тут мясорубку просто. Танки, блядь. Да побейте вертолета, блядь, серьезно. На радаре много врагов. Постараемся приземлиться у подножия холма, чтобы избежать контакта. Он что, издевается?
Мы рвем задницы, чтобы добраться до этой зоны посадки, а они теперь заставляют нас возвращаться обратно. Хватит, Газ. Мы должны добраться до другой зоны посадки у подножья холма. Живее, Соу, выполняй, быстрее! Отъебитесь, а! Отстань! Отстаньте! Ляша Торио, сори, ты сопли посмотри! А мне пофиг! Блядь! Не, это ББ нахуй. Да. Понятно. Каким образом, блядь, только? Блядь, что? Пацаны, вы чего, блять, ну ёбаный. Поехали, мужики, блядь. Погнали. Блять, ну суки. Вас понял, мы приближаемся. У вас две минуты, прием. Вас понял, мы в пути. Я прорываюсь через линию противника, чтобы добраться до зоны посадки. Спускаемся вниз. Пошли, спускаемся вниз. Поехали. О, ты жестко. Да ты не можешь его убить, что ли, вот этого, блядь? Отсосали, отсосёте, всё, отъебитесь. 90 секунд до взлёта. Да. Вас понял. Ждите удар с воздуха. Поехали. Вон он! А, перепрыгивай!
Я успею! Успею, блядь! Бля, мужик. Фух, успели, 10 секунд аж. Успели, прям вот плотничком. Уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Так получается, скоро финал? Это самый лучший пункт. Контрольный пункт прям по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Чё, как? Володя, Андоров, Дима. Занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Подожди. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить свет. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Угу. Бля, получается почти финал. Почти финал. 2 часа спустя. Ты в этой форме умора просто. Бать. Хорошо, что ты здесь, потому что на русского ты ну никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Ну, на няне. Он встречал ей тот, который нам нужен.
Вот он едет. Придурок. Сэр, вижу цель в третьей машине. Прямо сейчас прохожу мимо нее. Вас понял. Всем ждать сигнала. Объект находится в джипе перед БМП. Он нужен нам живым. Смотрите, куда стреляете. Ждите. Ждите. Поджарим их. Да уж. Вставай, давай, вставай, вставай, мужик, встаем. Побежали нахуй. ПБ говорит хищник 1-6. Сейчас его догоним. Черт, какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад от свалки. Взять его, живо, живо. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Сука, блядь, смотри на него. Поехали, так сейчас заебашим. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым. Соу, наши войска сзади. Снова уходит. Слева есть переулок, оттуда вы сможете отрезать ему путь. Тут очень много. Очень много. С другой стороны железного забора. Два противника справа фланга. Охуенно. Ноутбуки пошли. Один за перевернутым баком. Приближается враг из переулка слева.
террориста за углом у зеленой машины. Да, все чисто. Сейчас уйдет! Вперед! Вперед! Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. А как? Сейчас уйдет! Вперед! Вперед! Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6! Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Вас понял. Первый свободен. Ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б, цель видите? Прием. Подтверждаю, объект вошел в пятиэтажное здание. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания, второй этаж. Бля, жестко. Дай-ка мне вот эту штучечку сюда, блядь. Папочки, такое надо. Пошли. Объект слева, этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, они у меня на прицеле. Блядь, дай мужик твоего. Все цели нейтрализованы. Можете идти. Поехал. Просто что-то прям не заметил, что патрон нету. Поехали. Куда идти-то, блядь? Сюда? Нет, не туда. Где эти стоят? Мои, блядь. Куда идти-то, блядь? Подожди, куда идти-то? Ну, не сюда явно, вот сюда, наверное. А, я в шоке. Мужик, дай пройти, блядь, вот они стопят нахуй, я говорю. Такое себе. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Давай, погнали, блядь. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие и задержи его! Бросай оружие! Бежать некуда! Бросай оружие! Соуп, задержи все его! Быстрее! Нет! Кто выстрелит? Черт! У парня проблемы. База говорит B6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. А кто? Где вот вертолет вот этот? Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой. Ну извините, я шок. Мне не сказали. Знаю. Он этого так не оставит. Идем. Мне просто сказали, бери оружие и типа это. Задерживай. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру.
нашу экономику. Я ж не знал, блядь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь. На их руках. Они оккупанты. Все американские и британские войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Либо мы сейчас захватим центр управления пуском, либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на сброс. Группа Си пошла. Приближаемся ко второй зоне сброса. Группа Би, ждать сигнала. Все, получается, финал, все, блядь. Ко мне! Так, что у меня второе? Ага. Чего? Где Грикс? Не знаю, сэр. Би-6, сержант Грикс активировал свой приемопередатчик. Он в полукилометре от вашей позиции, на юго-западе. Поехали. Прием. Вражеская техника с фронта. Ай. Террорист нейтрализован. Вперед! Охуенно, блядь. Видно было, пиздата, блядь. О-о-о, а я вижу. Вижу противника. Минус один. Убит! Все чисто. Да уж, это жестко. Честно говорю, это жестко. Грикса, должно быть, держат в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо. Вперед! Давай. Убит. В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Давай, давай, ну выйди, ёбаный. Я ж тебя видел, ты чё, блядь, думаешь? Грикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. Так, а здесь этого ноутбука нету? Ляша, нету, прикинь. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Соуп, разведай обстановку. Ой-ой-ой, о, пизда. Пизда, пизда, пизда. Пошел ты нахуй. Поехали вот так, короче, пизду, блядь. Бан нахуй, раз. Всё? Солнце встает. Время на исходе. Опа, подожди. Здесь ничего нет.
Что я делаю, ёп? Поднимаемся выше. И сколько этих остальных? Грикс, 678. Кто твой командир? Скоро здесь будет очень жарко. На вашем месте я бы отсюда сматывался. Кажется, мы на месте. Приготовиться к штурму. Давай, погнали. Если бы ножовка была у меня, я бы тебя не спрашивал, где она, придурок. Пошли, пошли, пошли! Все чисто. Соу, освободи Грикса! Живее! Наконец-то, черт возьми! Я уж думал, вы меня тут бросили. Я так и хотел сделать, но ты же зажал всю взрывчатку. Все в порядке? Да, хороший юмор. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Вражеские вертолеты. Вперед! Си-6, доложите обстановку. Прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял. Соуп, устанавливаем взрывчатку. Пошел. Соуп, выполняй. Бать. Ну это прикольно, это прикольно реально сделано в игре. Такие мелочи проработаны, прикольно. Электричество отключено. У вас 20 секунд. Вас понял, идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. 5 секунд. Хорошо, мы прошли. Б6, будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота. Игра сохранена. Вперед! А, все, отсосали, блядь, мужики. Ладно. Бля, как будто уже финал, знаете? Вражеские вертолеты. Здесь скоро станет очень жарко. Здесь станет пиздец скоро жарко, нахуй. Газ, бери шоупа и остальных и прочеши базу. Мы с Гриксом постараемся найти другой путь. Войска приближаются! Поехали, блять. Контакт к западу! Нужен огонь поддержки. Контакт к западу! Вражеские гранатометчики на крышах! Ты, суки, смотри, что творят. Западу!
западу! Цель нейтрализована! Блять, ну кто это кинул нахуй? У нас потери! Понимаю, блять. Давай, сука, заходи сюда. Вон там чё вообще? Все чисто, конечно, все чисто, блядь, слушай. Ну чё, куда нам идти-то, блядь? Сюда? Ух, ебать, здесь сейчас будет сложно. Было сверхглупо так делать. Цель уничтожена! Ой-ой-ой, откуда-то. Цель на открытом месте! Все чисто. Куда нам дальше-то идти? Бля, это жестко, ребят, это, ну так, типа, прикольно. Такие мелочи реально проработаны. Ебать, что? Вы погибли при взрыве. А, бочки. Окей, блядь. Сука! Пизда, ребятки. Тихо, тихо. Внимание, к вам направляется три грузовика с пехотой. Бля, нам пизда получается с вами. Давай, блядь. У нас потери. Внимание, граната пошла. Пехота врага на северо-западе. Минус цель. Да, мужики, сюда, сюда, сюда идите. У нас потери. Ох, ебать, вы туда еще не прошли. Я ебал ваш рот. Как вы, блядь, идете? Да ну серьезно, чел, ну ёб... Блядь, как вы смотрите вообще? Я в ахуе. Погнали. Вот так сделаем, блядь. Совсем честно, ну и похуй, блядь.
план, ёбаный. Осколочная! Чё так поебашь, блядь? Что, блядь? Ну ёбаный ты, блядь. Мужики, ну может... Блядь, их нету, да, еще? Они еще не пришли, блядь. Они просто такие, блядь. Они думают, нахуй, идти или нет, блядь. Где еще? Ну, сюда идти или что? Пиздец, блядь, я в шоке с них. Вот вы говорите еще проходить на тяжелом уровне. Ну, говорите, что? Вы не говорите, что проходить на тяжелом уровне. Ну, блядь, просто на тяжелом уровне то есть вообще, блядь, невозможно будет. А, я один бегу, да? А, да? А, да? Спасибо, нахуй, команда. Просто все СГО как будто зашел. Выходим из-за леса на юге. Будто, блядь, зашел. Это американские снайперы. Все СГО, блядь. Оф, ебать, смотри. Экипаж. Наши спутники их отслеживают. Заводите людей в здание и захватите центр управления пуском. Мы пытаемся выяснить у русских коды отмены. Конец связи. Вас понял. Пиздец, это жестко. Это жестко было. Это было жестко. Бля, осуждаю такое. Ебать, чего нахуй? Б6, мы все еще пытаемся получить у русских коды запуска. Вот-вот они будут у нас. Продолжайте операцию. Конец связи. Б6, вторая снайперская группа на позиции. Мы прикроем вас. Прием. На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Ух, ебать вас тут. Здорово, мужики, блядь. Вот это удар. Вот это, блядь, мясорубка нахуй пошла просто, блядь. Ай-яй-яй-яй. Б6, говорит центр. Доложите обстановку. Прием. Мы внутри! Приближается к воротам, ведущим к силовым башням. Конец связи! Враг атакует. Немедленно перекрыть все входы и выходы.
Ты смотри, что тут есть. Зачем здесь кто-то что-то? Это же мои, блядь. Да, это мои. Давай, давай, выгляни, выгляни, мальчик, выгляни. Поехали вот так вот. Блять, по нам же ебанул, конечно, бля, ёбанутый. Ох, погнали. Смотри, что могу. Смотри, 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 что могу. Смотри, опа. Видал? Не, ну ты видел? Сука, и как мы? А. Где она, блядь? Спасибо, чел, что ты встал, блядь. Блядь, вот из-за этого осла, блядь, нихуя, блядь. Прикинь. Похуй, смотри, еще могу. Опа. Видел, 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 видел? Бам, ебаный. Ты видел? Вот так только я могу, блядь. Ага, блядь. Бля, где-то еще должен быть. Не забывайте ваших братьев! Поехали дальше, поехали. Где он, блядь? А, вон он, блядь. Сука, блядь, смотри. Да ёбаный твой рот, нахуй.
Вот и все, блядь, вот так решаются вопросы. Говорит третья ударная группа. Приближаемся с северо-запада. Повторяю, приближаемся с северо-запада. Подтвердите, прием. Не забывайте павших братьев. Отомстите за них. Их жертва не должна быть напрасной. Секунд, чтобы прорваться через шахты. Проходим через шахты. Ждите. Вот это шахты, нихуя там. Поехали. Да, я говорю, такие мелочи прикольные, что проработаны. Реально, то, что проработаны такие мелочи, это очень прикольно. Это, ну, оставляет только приятные воспоминания о игре вообще. И хочется в нее еще больше играть. Бля, такое осуждаю вообще. Группа 1 приближается. Группа 2 направляется к центру охраны. Группа 3 вошла на территорию базы. У нас хорошая новость и плохая новость. Пульт управления запуском находится к юго-западу от вас. Вы должны ввести с него коды отмены, чтобы уничтожить ракеты в воздухе. Газ, атакуйте центр охраны. Соуп, Грикс и я отправимся к центру управления запуском. Вас понял. Центр, а что за плохая новость? Плохая новость. У нас до сих пор нет этих кодов отмены. К черту! Попробуем сделать все возможное. Осуждаем такое, осуждаем. Бля, у нас 4 минуты еще на время, блядь, на 14 минут всего лишь, да? Отлично, выдвигаемся! Я говорю, такие мелочи реально приятно, что проработаны. Это очень прикольно, это очень приятно играть в эту игру. Воздушное крыло и направляемся к центру управления. Прием. Мы прямо над вами в шахтах, не стреляйте! Вас понял, сэр. Тревога! Противник проник на базу! Повторяю! Противник проник на базу! Капитан Прайс докладывает 2 Уайшей. Мы попали под обстрел в южном крыле. Они перекрыли здесь вход. Прием! Вас понял, Уайшесть. Объединяйтесь со второй группой и помогите им захватить центр управления. Прием! Вас понял, сэр. Отступаем ко второй группе. Конец связи. Поехали. Бля, вот тут, конечно, дробашек был, блядь. Бля, у тебя ничего нету. Капитан Прайс, передаем вам коды для самоуничтожения ракет в воздухе. Ракеты достигнут восточного побережья через 11 минут. Прием. Вас понял. Бля, здесь есть еще. Ладно, погнали. Сука, блядь. Там нам потребуется подкрепление. Бля, мне дробаш дай. Понятно, что здесь. Бля, дайте дробаш мне. Прошу вас. Бля, где? Девять мин осталось. 9 минут. Кто вот это вот? Опа! Поехали. Там что? Подожди-ка.
Батя, здесь что? Нам туда в любом случае. Погнали, блядь. Нам сюда, ребята. Есть дробаши? Да, блядь, нет дробашов. Блядь. Дробашей нет. О, сюда, нахуй. Папочка. Да, 8 минут осталось, кстати говоря. Не-не-не. 8 минут осталось. Поехали. Осталось 8 минут. Да, я понял уже, что осталось 8 минут. Блять, а где? Ай-яй-яй-яй. Ты откуда? Блядь, тут чел стоит, во чем, блядь? Суки, я вас же заебу сейчас, блядь. А! Чего, чел, ты не это? Это охуел, блядь. Отзади меня. Ох, погнали вот так вот, бля. Да блядь! Ебитесь. Отстаньте от меня уже. Сосали, блядь. Суки, ну что с вами делать-то нахуй? Поехали, блядь. Бля, ну я в ахуе. Что мне, как мне, блядь? А, нам один хер. А, блядь. Один херу 10 в любом случае, я думаю. 5 минут. 30 секунд. Программа теплового наведения загружена. Захватили центр управления базой. Доложить обстановку. Прием. Группа 2, мы на месте. Открывайте внешнюю дверь в центр управления. Вас понял, выполняю. 4 минуты. Давай. Ждите, уже скоро. Ну, открывай. Готово. Двери сейчас откроются. Давай, блядь, ну. Мать твою, да ты издеваешься. Газ, не можешь побыстрее открывать? Нет, сэр, но вы можете попробовать ее подтолкнуть, если вам от этого станет легче. Хитрый ублюдок.
Поехали вот так вот. Поехали. Не, ну даже не сюда, нам туда. День, ёбаный. Сюда, бля. А. Я же говорю сюда, блядь. Ёбана. Вперед! 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 Заходим. Ебать вас тут, ребятки, на. Че, мужики, вы что тут вообще делаете, блядь? Не понял. Что делать? Чисто! Ну быстрее, мужик! Паниконы! Мы задержим их подкрепление! Куда вводить-то коды, блядь? А, вон там, что ли? Да где, блядь, вводить коды? Вы сейчас знаете, где вводить коды, знаете, блядь? Нет, ну ниже, ниже цели. Где-то. А, вот. Пиздец. B6. Все ракеты уничтожены в воздухе. У нас тут миллиард осколков, но большая их часть упадет в океан. Сэр, проверьте секретную передачу. Это Захаев. Он уходит. Капитан Прайс говорит, газ из центра управления. Они прибыли сюда на грузовиках. Думаю, стоит воспользоваться ими, чтобы убраться отсюда к черту. Передаю координаты гаража. Вас понял. Улетает, блядь. Встречаемся у гаража. Конец связи. Всем группам, говорит центр. Рекомендуем немедленно покинуть территорию. К вам приближаются многочисленные войска противника. Уходите оттуда быстрее. У нас гости! Приближаются вражеские... Ебать, сразу же он, блядь, хуярит, покинь. Спасибо, что вы кидаете гранаты свои ебаные, блядь. Да, спасибо. Смотрите, вот Прайс просто стоит, смотрит, ему похуй. Да, мужик. Быстрее, блядь, идите. Да, это жестко, конечно, жестко. Говорит газ! Мы попали под обстрел у гаража! Где вас черт носит? Поднимаемся на лифте. Ждите. Знаете, сэр, я бы с радостью пристрелил этого Захаева. Да, и ты один, дружище. Если только он не найдет нас первым.
Блядь, жестко, конечно, жестко, блядь, еще. Не, реально, прикольно сделана игра. Противник окружил главную зону посадки. Отправляйтесь к вторичной зоне посадки к югу от моста. Количество вражеских сил огромно. Какая жара, а? Комнатные температуры? Ради бога, пиво должно быть ледяным. Может, лагерь? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в штат. В любом случае, сначала остановимся в лодке. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Мы должны выжить. Так, ребят, я думаю, вот это на следующую серию, да, вот это самое интересное на следующую серию. Спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, это все делайте, да, и увидимся в следующей серии, давайте.